Че Кастомс – компания, ставшая известной еще в кальянной среде. Их гитара кальян стала хитом всех выставок. Год назад они узнали о вейпинге и выпустили свой первый мод под названием Dark Tower. И недавно Че вернулись на рынок, улучшив его во всех смыслах. Этот уже не такой большой гробик функционирует на плате DNA-200 и работает от литий-полимерной батареи с емкостью 1300 мАч. Вы можете спокойно выставить хоть всю мощность и прожаривать на Dark Tower даже самые дикие намотки. Ну и разумеется, любители термоконтроля будут более чем довольны. Все-таки это полноценный чип от Evolve, так что в техническом смысле ограничений очень мало. Кроется вся эта мощь в корпусе из стабилизированного дерева. Наш образец выполнен из карельской березы, а на обратной стороне вровень впечатана латунная пластина с серийным номером и гордым именем производителя. Вообще, Че Кастомс остаются верны своим традициям и могут сделать девайс в соответствии с любыми предпочтениями. Надо сказать, что в Dark Tower не пожалели латуни. Помимо панели, из этого материала сделаны кнопки и коннектор от Fat Daddy Vapes. От первой версии новый Dark Tower отличается более компактным дизайном. Да, это все тот же гроб, но теперь он стал гораздо ниже, хотя и остается одним из самых пузатых модов на DNA-200. Че Кастомс смогут похвастаться достаточно большими ладонями. Вот-то и мод не маленький. Скажем так, он, конечно, стал поменьше предыдущей версии, но при этом все равно больше приспособлен для баскетболистов. Да, вес небольшой, и его достаточно удобно носить зимой в кармане куртки. Но вот летом совсем непонятно, куда класть такой габаритный девайс. Крышка батарейного отсека — это практически половина корпуса, которая держится на 5 магнитах. Внутри все как и раньше, аккуратно, но немного запутано. Плата прикручена к корпусу саморезами, аккумулятор вставляется во внешнюю крышку, а провода нужно просто ловко проложить. Если вы планируете заряжать аккумулятор от внешней зарядки, то мы советуем использовать устройство семейства IMAX. Можете спокойно выставить 5 ампер и в течение 20-30 минут получите полностью заряженную банку. Правда, из-за запутанности проводов нужно будет приноровиться к обратной сборке, но это уже мелочи. Сверху поставить вы можете все что угодно, но из-за диаметра площадки, как влитой, Dark Tower будет выглядеть только с атомайзерами на 22 мм. Качество исполнения действительно подросло. С деревом проблем нет, хотя ранее у многих моделей были трещинки. Спустя 3 недели использования нареканий нет, за исключением, конечно же, больших размеров. Все-таки навряд ли стоит рассматривать продукцию Че Кастомс как основной вариант на каждый день. Да, красиво, мощно и из дерева, но не так уж и дешево, да и все-таки габариты воистину могут отпугнуть многих парильщиков. Однако, если у вас есть лишний 1500 тысяч рублей, а хочется чего-то эксклюзивного, то почему бы и нет? Мы благодарим Че Кастомс за предоставленное устройство. Подробный обзор, как и всегда, вы можете прочитать на нашем сайте. А чтобы не пропускать свежие ролики, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и помните, одна липошка хорошо, а пять лучше.